Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Ильнар Мухаммедзянов, и в этом коротком видео я хочу показать то, как можно пополнить свой баланс в компании Trade, то есть создать инвестиционный портфель, и портфель мы этот будем создавать в биткоинах, используя любую банковскую рублевую карту. Для этого нам необходимо зайти в личный кабинет компании Trade, выбрать вариант обмена биткоин, прописать сумму. То, конечно, тут еще хотелось бы отметить, что нам нет необходимости здесь открывать свой собственный биткоин кошелек или его использовать, даже если он у вас есть. Обмен будет происходить напрямую с вашей банковской карты на биткоин кошелек компании. Далее нажимаю создать портфель. Открывается окно, где мне необходимо будет скопировать вот этот вот адрес. Адрес я этот скопировал, и сейчас мне необходим будет один обменник, который я рекомендую для использования. После того, как вы скопировали этот адрес, ни в коем случае эту страницу не закрываем до завершения обмена. Идем на обменник КССЦ. Ссылка на данный обменник будет, в принципе, под данным видеороликом. И здесь мне необходим пункт Visa MasterCard RUB. Если у вас, допустим, банковская карта ВТБ, Тинькофф, Альфа-Банк, Сбербанк, то можно, в принципе, совершить обмен напрямую. Но если у вас есть рублевая карта какого-либо другого банка, соответственно, выбираем Visa MasterCard. В средней колонке выбираем биткоин. И в правой колонке вводим свои данные. Здесь указываем свой email, здесь прописываем номер карты, здесь прописываем имя и фамилию, которые указаны на лицевой стороне банковской карты, и вот сюда вставляем адрес кошелька, который мы скопировали с личного кабинета. Далее нажимаем «Капчу», я не робот, галочка «Я согласен» стоит, и после этого нажимаете кнопку «Обменять сейчас». Далее будут простые пошаговые инструкции о том, как проплатить уже непосредственно с вашей банковской карты. И после того, как вы произвели оплату, вам необходимо вернуться в личный кабинет и нажать кнопку «Я оплатил». Вот таким вот очень простым и удобным способом можно проплатить с любой рублевой банковской карты, приобрести биткоины и создать инвестиционный портфель. На этом у меня все. Всем всего доброго.